накручиваю ее. Все делаю. Как соскоб сделать. А что дальше я делаю? Да, ну вы не забыл. А что там, Саша, что ли? Ты забыл, что делать там? Вы просто прекрасный. Пойди, пожалуйста. Как ты забыл? Перевернись через кусок. Ты так давно не был, что забыл, да? Подняться? Вот ему надо подняться. Вообще, значит, круто, если ты в каждую лесенку залез, как змей. Да, можно так. Да, вы попробуй. Сейчас тебе вот Сергей Сергеевич покажет. С его габаритом. Что ты делаешь? Вот, вот, Александр, да, да. Ну, как это? Вот так это ловкость. Это, братан, все ловкость. Чтобы ты потом никак не... Колесо, а потом тут. Колесо. А ну, ты сты, тихо. Ладно. Да? Проговори шест. Подняться на шестейку, подтянуться один раз. Смотрите, уже без помощи. Да, молодец, давай. Давай. И один разок подтянись ногами за шест. Держись. Давай, тяни. Молодец. Михаил Андреевич, у тебя после занятий часочек, что найдешь, очень интересно. Ну, до скольки мы будем? До восьми тут? Ну, нет, так мы до девяти. Или у вас Сашков? Парни, ты часто там тусовались. А лучше пролезть? Пролезть и потом на рукоходе лезть, да, аккуратненько. Конечно, у вас Сашков делаю, потом чем лезть? Да, слезаешь, спрыгиваешь колесо. На месте прям делай колесо. Умеешь делать? Только на одну сторону бревна залезай. Саша, иду, кто сделал? Стой, сейчас он доделает. На бревно залезай, перепрыгни. Там залезь живота. Вот, молодец, и переворот делай. Красавчик. Теперь на стол, на шест. Да. Ярослав, ты заметил, что в зале как чисто? Да. Вчера Максим и Дарья мыли. Лезь. Помогите парню залезть. Ящик. Вперед, брат, помогай. Попробуй. Ярослав, пусть помоги. Пусть попробуй. Он уже попробовал, но получается. Он может, он не хочет. Хорошо. Ногу, руку поставь ему под ноги. За трубу руку возьмись. За трубу возьмись рукой. И он будет упираться тебе, да? Вот. Ясно. Я знаю, он сильный, но он просто не хочет. Он может быть. Один раз подтягивайся. И на стол опять лезь. На стол лезь. Да. И не спускайся. Теперь делаешь кувырок. Потом колесо на полу. И еще раз кувырок. Кувырок. Теперь делаешь в ту сторону колесо. И еще раз кувырок. И раз так чуть-чуть. Теперь запрыгивай на турник. Залезай на Станислав Андреевич. Ты должен подходить. На этот сможешь запрыгнуть? Давай, на этот. Давай, на вот этот ты прав. Да. И делай простой соскок делай. А 20 раз? Да. Простой соскок. Простой. Без кульбитов, без крутых. Просто топорик сделал. Молодец. Молодец, красавчик. Все, и заново. Это один круг ты сделал. Вот теперь Ярославу. Иди, да, на пол. Смотри. Я уже сделал три подхода. Ты должен сделать три подхода. Вот так. Ну, только на них не убьется. Раз. Два. Жестко. Иди на пол. Да, много лесенок. Ты можешь на любую другую встать. Александр Ильич тебя освободил. Ну, иди на ней ножку. Иди. Мне последний ход остался все. Так вот. Ты по своей программе я и делаю. У тебя запись на программу. Например, как ты занимаешься. А что ты не хочешь записывать? Ты бы мог бы, например, записи потом посмотрел, более конструктивно подойти. Да, Саша, да, молодец. Кстати, смотри, вы же по-любому наблюдаете за разными фитнес-блогерами, да, как они там себя ведут. Вот вы видите, что они продают свои программы. Очень многие люди просто там купить за полтошок, за солочек, на несколько тысяч покупают. Если вы покажете свой результат, тем более ты за полгода видишь на кино, на видео, да, все снимаешь, ты можешь будучи, сколько ты сейчас лет? 12 лет. Ты через годик, если ты покажешь результат, ты можешь также заниматься бизнесом. Точно так же будешь крутым молодым. Верить не верить, надо показать результат. Вот сейчас ты проявляешь себя, допустим, как инструктор. Как тренер. Да. Но надо, как воспитатель. Но надо очень развито быть. Ну как ты новичок, тебя можно сейчас где-то круто и все. Да, и сразу надо не загружаю, да. Саша, ты тоже давно не ходил. Где подход? Давай, знаешь как? Подтягивание. Нет, только ты смотри, потянулся. Волшебного кофе? Глоточек я напился дома. Медленно. Пока сразу сделай три подхода, ладно? А я пока сниму толстов. Мы же не поздоровались, а потом поздоровались. Да, ну еще раз. Я рад буду поздороваться. А что-нибудь из слова элемента учить? Какой? Ну, сегодня базу попробуем, давай. Нет. Почему нет? А ты же как программу расготовил. Я хочу сделать сегодня, чтобы не учили. Этот, который я учил, помните? Какой? Сейчас покажу. А давайте, стой, давай пока. Я умею. Давайте договоримся, пока песню не помню. Я умею? Почему? Сколько времени кто сориентирует меня?
Да, смотри, пожалуйста, телефон. Пол седьмого. 18:32. Пол седьмого. Мы сейчас полчаса тратим. Телефончик положи на это, только свитер хорошо сложи. Смотри. Мы сейчас полчаса потратим на взрослую. Тихо, Ярослав, подставить. Брателло, тихо, руки вытаскивай. Сантим, с турника слезь. Мы сейчас полчаса потратим на, так скажем, на гимнастику, пластунка называется. А, это... 8. Нет, я прощусь на 8. Опять же, сейчас надо записаться. Вы подключайтесь к парням, а я вас буду вызывать, сначала запишем. А, ты должен быть один. Сейчас, погоди, подключайся к парням, а разминку взрослую проведем крутую. Мы уже сделали. Ярик, Брателло, сейчас я тебе беру. Я не хочу твой авторитет инструктора подрывать, но если ты меня как старшего послушаешь, сейчас не буду признаться. Что, парни, перейдись на разминку, Саша. А я сейчас вас всех вызову и запишу. Сержант, Костян, давайте поворожить, подвигаться, по таракане, по медведям. Дали потихонечку. А, давайте. Понеслась, да. Все, моя система тараканчика. И знаете, как... Не, вот так, передний тараканчик, как пятнашки валить. Это как таракан? По медведям, как нельзя сейчас валить. Костян, ты курсу особо говорил, ты все разрешаете. Привет. Давай, убери них, крестик убери. А что ты не так? Так нельзя. Надо валить, знаешь? Вы в пятнашки играете, конечно. Можно зацепить и делать друг друга под ноги. Вот, смотрите, задача в центр. В центр надо всем быть в центре. Для Стаса Сергеевича. Сейчас, положи красный мат по центру. Вот надо занять этот мат. Артем. Тут, братан, новости старый мат. Стой, стоп, да. Тут, короче, парни идем в зал, вышли в зал, и парни говорят, что Максим гуляет, удали не может. И нужно захватить нас. Все, это мое место. Пацаны, давайте снимем палку! Короче, борьба. Там твой. Чика-чика-чик. Ну, попытаться. Вытаскиваемся. Назовитесь по именам. Здесь Ярослав. Как фамилия? Саша, входи. Ярослав, как фамилия? Саша, о, Саша, входи. Ярослав Васильев. Васильев Ярослав. Ярослав, как фамилия твоя? Василий. Василий. Саша, как фамилия? Фадеев. Фадеев. И назови Артем, как фамилия? Ну как? Руденко. Руденко. Вроде в первый раз. Вот написано. Вот, 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 вот. Артем. Да вы сижу, не на меня. Артем, ты сейчас работал? Нет, первый раз. Мне говорят, что первый раз. А, у тебя была? Нет, это первый. Он говорит, здесь, подойди сюда. Сейчас. А какое число? Давайте мы вокруг будем этого мата лучше. А нужно захватить красный мат. Мы лучше будем вокруг него. Да, так, гуськом пошли. Все, пошли гуськом. Вокруг мата пошли. Гуськом коленки держим, придерживаем. Не дергай этого, делай Максим Сергеевич. Ну, прыжочками. А что, Ярослав, у тебя абонемент? Да. Сколько осталось? Мне до 2 числа. Апреля. Так. Артем. Артем, ты записался? Артем, у тебя абонемент? У меня? Нет, ой, не оставь. Саша, у тебя абонемент? Примерно, да, один день будет. У него что, ты не помнишь, что и как? Нет, сейчас решать этот вопрос. Абонемент. Я не тренировал. Ну, а смотри, какая штука. У Ярослава абонемент до 2 апреля. Ну, Саша, следующее занятие. Они молодцы, что дождались, сегодня занимаются. Да? Все, только что идите к парням. Так, Станислав, идите к парням. Парни, во-первых, предупреждение. Я к вам подходил. Да, все, Максим, звони. Ярослав, почему они тут? Александр и Артем, во-первых, предупреждение. Все, идите туда, парни. Вам тоже предупреждение взрослым. Что вы там хотите? Себе их забирайте. Быстро все сюда. Себе забирайте, я. Так, продолжаем гуськом. Назад только. Я знаю как. Гуськом назад. Да, только туда. Я не понимаю, что. Давай, потихонечку.
Четыре шаг. Оп. Ходим потихонечку с веретеном. Веретено делаем. Артем, вот веретено. Ну что, добавлять? Серега. Колесо? Конечно. Поехали. Поехали. Правую сторону. Правую. На правую руку первую, да? Да, на правую руку. Опа! Смотрите, сейчас делаем колесо, да, все правильно, на двух руках, на одной руке, в разные стороны. Делаем колесо здесь. Где? А вот прям вот так. А вот это надо, смотрите. Круто, да? Делаем. Смотрите, стой. Это по сковородке. А вот это надо? Да, потом. До этого сейчас делаем, мы же переходим на сальто, поэтому сейчас делаем колесо. Поехали в свободной форме. Конечно, только не врезаемся друг в друга, а делаем аккуратненько. И не боимся, чувство страха, ну, убираем. Ярослав, что ты там? Пойдем к нам. Фу, кого-то ударил, извините. Больше попробую, а что такое, смотрите, Сергей. Давай. Сейчас мы подходим. Молодцы, сейчас мы подходим к тому, что мы делаем колесо сейчас не в сторону, а назад. Ну и смотрите, какая штука. Можно колесо делать на одной руке, как мы обычно, да, выполняем. Да. Ой, вернее, не на одной, а поочередно. Поочередно. Рука, рука, нога, нога. Сейчас я предлагаю вам сделать колесо сразу две руки. Сразу две руки. Это как на манке занято. Поехали, да, делаем. Не врезаемся. Назад. Чуть-чуть в сторону и назад. Вот чуть-чуть в сторону назад, да. Вообще изи. Смотри, что, чё, да. Какого вы изи всегда заметили? Это изи, значит, по-английски очень легко. А, что по-русски? Я говорю, изи заметил, вообще изи. Я изи. Смотри. Да, но смотри, какая еще штука. Нам надо сейчас угол. То есть вы делаете, молодцы, делаете в сторону. Да, в сторону. Сейчас нам угол делать больше назад. Ну, а я сейчас, смотрите. Ну, не, делаем, что смотрите, мы же тоже занимаемся. О, делаем. Да. Ой, извините, не говорю. А потом будет, когда вообще за спину стараемся сделать. О, делаем, это делаем, делаем, вот. Много раз делаем, да. Как фляг. Типа того. Тебе можно вот сюда двигаться. Пробуйте здесь, конечно. Надо как бы двигаться все время. Разрешается все время. Взрослым тоже надо двигаться. Ноги уже болят. Нет, такого не должно быть. Устал уже? Столько занятий. А ты сегодня был уже на тренировке? Нет. А, ну, на улице давай. Вот, да. Еще смотрите, какая интересная штука. То есть, сейчас с одной, по-моему, две ручки делали.
Сейчас сделаем одну руку. То есть получается вот это действие. На одной руке. Обезьянка называется. На одной руке, возможно, но это так. Алису, а что понимаешь? Ты делаешь за спину. Какая у тебя работа? Вот сюда делаешь. За спину. О, да? Нормально, да, смотри. Да, да. Так я не начал смотреть. Делай, делай, я вижу. Я потом на видео посмотрю. Смотри. Делаю. Вот я делаю по одной ножке, а можно сразу две перекидывать. Вот типа да, как Александр хочет сделать. Можно сразу две ноги выбросить. Для этого нам надо не просто встать на руку, а сделать это в инерции, в движении. Получается, я поднимаюсь, ну для подстраховки вторую руку включим. То есть надо попытаться оторвать две ноги. Да. И ноги надо выкидывать. Ну, типа того, ты вообще без рук делаешь. Молодец. Подбрасываем себя. Вы же рукой страхуетесь, да? Подбрасываем свое тело. Ярослав, на матке не валяйся. Сюда иди, сюда иди. Сюда иди. Я же тебе сказал, сюда иди, Ярослав. Делаем, делаем, делаем. Конечно, делаем на жесткой поверхности. Мягкая, но жесткая. Две ноги серые бросай. Старайся. Правой более-менее еще получается. Надо, да, пробовать. Вот, вот, нормалек. Делаем, делаем. Сделал? Да. Сейчас, смотрите. Сейчас мы подключаем ходьба на четвереньках с элементами, с колесом. Все, все сюда. А, я же... Все сюда, все сюда, на центр. Все двигаются на центр. Вот сюда. Вперед. И вот подключаем потихоньку. С разными элементами, не торопясь. Да. Молодец, аккуратно. Зарядили, да? Пам-пам. Оп. На центр. Саша, Ярослав, все на центр. Вот я царь, я центр занял. Ярик на центр. Мы же играем. Молодец. А что нас не рваное? Не знаю, что порвано. А? Порвано. На центр, Ярик. Ты боишься, что ли? Нет. На центр, на просто. Давай, давай, на вдруг, давай сальком. Вам может быть одна команда. Оп. Опять. В чем играть? Да, можно. Оп, опять поиграть.
салочкой. Это чтобы мотивировать к развитию. Оп. Можно щелбанами. Щелчки умеете делать? Да. Не по голове, а по телу. Оп. Также через центр. Все, это называется игра «Все на пятак». То есть нам надо всем на пятак попасть. Оп. Оп. Пятак. Молодцы. Это в жизни же пригодится, да? Вдруг враги нападут. А вы щелбанами одним. Бам-бам-бам. Я-то на пятаке, а почему бы не на пятаке? Не знаю. Тихо. Я их на пятак. О! На пятак, иди. Смотри, там как парни крутят. Хоп! Разрешается, да. Теперь такое поймало действие плясового характера. Вперед, Ярослав! Артем и Сантей, вперед, вперед! Я вас ногу боюсь. Да не бойся, я не буду ногами. Вам тоже можно, как будто рука копье. Можно прям оп. Как сбой. Да нет, мы же к вам дизы, как относимся. Под лопатой не переживаете. Что вы волнуетесь? Оп! Ура! Как копье, да? Это вот пальцы. Пальцы гимнаста. Подвышка, говорит, мокрая. Это такая же. Пальцы гимнаста. Я весь уже мокрый. А можно уже с этой? Нет. Сделай, вы можете применять акробатику, конечно. То есть делаем. Бам! Да, можно прям идти, конечно. Оп! Перекатилось. Почему перекатилось? Можешь там делать как-то. Торнадо разных. Я не умею. Пиши. Вот, давай, давай. О, вот ты не умеешь, все молодежь. А что, я смогу сделать? Бам, конечно, сделал. Можно вот так, да. Оп-оп-оп. Оп. Только не против друг друга, а все на пятак. Вот сюда задача. Идем. Там на перепьях. Ой, я как он блину наказывает. Смотри, не сломай его. А то есть как. Ой, ты смотри, какой красавчик. Ну-ка давай еще раз только в центр. Так бегай, смотрите. Бам! Я так 720. 720. Каждый по очереди. Бам! О, ты вообще Серж, смотри. Эрик, пойдем ты. Ага. Ну-ка еще кто? Красавчики. Опа, вот такой вот, да? Пойдем, пойдем, Ярослав. Второе предупреждение, когда на третьем идешь. Я решу, что там. Там все здесь, а ты там. Это не по командирски, не по командному. И все разрешается, конечно. Ну-ка давай. Какой элемент, Александр? 540. Давай, ногой. Крути. Хоп. Крути. 540? Стой, дай мне. Даже с подкруточкой, да, с такой? Выточкой легко. Бам, молодцы. Это еще кто? Можно я? 540 же там. Давай, давай, делай. Ну, там два сбора. Оборота надо. Два человека пробуйте сразу, прям встречный. Бам! Аж вот так вот, да, закручивается. Ага. Тальца! А с ногой попробуйте удар делать. Вот так? Да. Хоп, молодец. Только надо было сюда убежать. Ага, красавчик. С ударом. Давай, давай, давай. И второе продолжение еще. Туда делать продолжение. Давай, Серый. Давай. О, Даша, на шпагат, смотри. Давай, Стасян, Ярослав. И... Он хорошо, да? Ага. Я хочу один. Давай, давай, не тормозим. Ага. О, аж вот так. Не тормозим, делаем, делаем. Мы же двигаемся, мы же двигаемся. Сейчас, сейчас. Давай, давай, ты чё? И... Еще, да не бойся ты. Его не надо. А теперь смотрите. Все это применяем. Серый, давай, за меня. Только в игровой форме. Не ударяй. Поехали. То есть мы лишь показываем. Я не шучу, Ярослав. Мы лишь показываем. Поехали, все так же двигаемся. Так попасть же можно. Не надо, зачем попадать? Прям бей по нему, разрешается. Если нечаянно попадешь.
Ну, нечаянно, это ничего страшного. Он же не со всей, он же не со зла. Я не со зла, просто со всей дури. Поехали, не надо со всей дури. Надо уметь останавливаться. Давай, взрослый против молодежи. Нет! Давай, давай, давай. Давай, да не важно, бам! Мы же останавливаем, что вы переживаете. Значит. Оп, молодец, да. Здесь выйти. Молодцы. Здесь все, на том таке. Ага. Вот хорошая разминочка, да, какая игровая. Сейчас еще, смотрите, такую штуку сделаем. Три взрослых, три молодежи. Они через одного встали. Ручки давай. Так, где? Сюда. Так. Правая сверху, левая вниз. Вот так вот, да, взялись. Через одного, Ярослав. Через одного. Правая вверх. Да. Правую ручку вверх, левую вниз. Смотрите, максимально широко раскрылись. На руках натяжение по центру отсоединитесь. Да. Повисите на руках друг друга. Вам разрешается висеть, мы постоим, пока взрослые. Висите. Руками крепко держите, схват крепите. Виси. Опускайся вот так вот. Руки крепко держитесь. Вам, вы же пальцы тренируете. Я вам даю возможность. Взрослые вам дают возможность зацепиться за пальцы. Вы тренируете хват. Теперь вы нас держите, мы повисим. Держите? Нет. Так, можно ногами. Ноги, Саша, ноги сделай. Ноги развить в сторону. Конечно, вот. Ноги развить в сторону, чтобы мы могли. Шире сделай, Саша. Ой, Артем. Вот так. Не-не-не, не за. Таз вперед. Ему больно. А ты еще поклоняешься. Все, тихо. Ему просто больно. Теперь держим. Теперь крутим. Натяжение. Теперь игра называется игра «Узелки». Я буду ведущий. Моя задача завязать пальцы не разжимаем. Создать узлы. Ваша задача проходить. Не разжимаем пальцы. Тебе надо выпутываться. Сати, тебе надо выпутываться. Не. Тебе надо выпутываться, конечно. Вылазь! Все, смотри! Ощущайте меня тут. Не раскрываем руки. Кто разжал? Нет, не разжали? Нет. Молодцы, не разжали. Ай, рука на переломе. Тихо. А что ты переломе? Терпи. Раскрылся, да? Опять разжал. Так, давай. Станислав Андреевич, ведущий. Поехали. А можно я? Погоди, сначала смотрите за взрослыми. Мне неудобно. Я знаю, держи руки, тренируй. Суставы, это крепится. Игра суставы укрепляется. Станислав ведущий, он нас пытается запутать. Держись! Ты держись! Рука! Я ничего не знаю. Быстрее маты, здесь не маты. Так, стрим. Я пока не сражу. Нет, это не бери. Вот эти синие. Ну, а по трени. А все маты? 4-7 мата. Я за все. Помоги ему вытащить. Ярослав, заноси. Ярослав, заноси. Заноси. Все, продолжаем, пойдем. Только время, конечно. Прям вот одно предупреждение, ты прям пойдешь на улицу, турники заниматься, они что-нибудь, что-то стонешь, что-то хлюпаешь, знаешь. Нет, спасибо. Что это такое? Сейчас мы размялись хорошо. Стойка на руках. Мы стоим стойка на руках. А, нет, возле стены. Стоим на время. То есть максимально ориентируемся по тому, кто дольше простоит. То есть если упал, опять встаешь, поднимаешься, договорились? Стойка на руках. Поехали. Я могу сделать. Ты че? Пердун, что ли, да? Да. На натуре, чувак. А что ты? Че, срешь-то, да? Поехали, перед тренировкой не надо есть. Сергей, ты замыкающий, они по центру. Поехали, все, понеслась. Подольше? Да.
И стоим на руках, стоим. Ярослав, давай, давай. Давай, что, сейчас ты пытаешься сэкономить. Все равно пропустишь, давай. Давай, вставай. Я даже все движения честно. Поднимайся. Конечно. У меня копчик болит. Ну а что тебе, ты же не на копчик стоишь. У меня нога из-за вас болит, Сергей Геннадьевич. Почему из-за нас? Ну вы мне попали. Не может быть такого. Ты сам ударился, наверное, от меня. Нет, ты что-то... Ты от меня ударился, братан. То есть те, кто безопасный. Ложь на голове, вставай. Пожалуйста. Ну, стой на голове. Спасибо большое. Давай, давай. Кто не получается на руках, стойте на голове. Моя талия. Стоим, держимся. Вот вы слабаки, а я уже держусь минуту. Уже 10 минут стоит, да? Я так слышу максимум. Моя талия. Стоим, падаем. Дышим. Вы лучше подышите, вы подумайте о смысле жизни, чем угорать на какие-то глупости. Моя. Ярослав, замолчи, пожалуйста. Ты же помнишь, да, нарушение звукового порядка тоже дисциплина наказывается. Саша, вставаем, парни, встаем, я стоим. А можно стоим. У стены? Стоим, можно у стены, стой у стены, конечно, на голове у стены. А можно было без стены? Нет. Нет, Ярослав, надо у стены стоять. Давай, вставай. Сейчас еще раз я приду, вы пойдете домой. Я не шучу, ты понял? Сейчас Станислав Андреевич подключится, на руках постоит и все. Если сможет. Если захочет, на голове может стоять. На голове постоит. Что случилось? Нет? Не хочешь? У меня там. Травма? Чуть-чуть. Если травма, домой надо. Не надо. А он ноги грузит. Опа. Мне сказали, Сергей. Он ноги грузит. Ему можно, он взрослый. Он как минимум совершеннолетний. А так, конечно, до 18 лет, если травма, домой. Если не можешь заниматься, но он-то занимается. Опа! Что у нас не так смеем? О, Серега и Стасян. Нет, я два раза спрашивал. Тогда Стасян выбирает смен, да? Так, ну, молодцы. Теперь другую, лицом к стенке. В другую номинацию. Стали. Руками уперлись и побежали, да. Аня Ростова. Все, понеслась. Коленки выше поднимай, Ярослав. Коленки надо поднимать выше, да. На носочках бежим так, чтобы не шуметь. Ярослав, встань. Ой, Стасян. А, ну все. Нет, Ярик, все, стой здесь. Конечно. Молчим, дышим. Коленки выше, коленки выше. Если я сейчас перестану бегать и буду проверять, как вы высоко колени поднимаете, это будет для кого-то чревато. Домой, да? Да. А если хотите домой идти, вы можете сразу идти домой, не надо нарушать ничего. Сейчас приготовились выпрыгивать. Делаем 10 выпрыгов. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ты неправильно делаешь. 9, 10. Поехали, надо глубокие приседания. Поехали дальше, бежим. Да, надо, чтобы занятие снимало. Понеслась. Она все равно не туда смотрит. Ну, там проводок, неудобно ее направить. Подальше от стены отошли. Как будто мы толкаем что-то такое прям. Тяжелый громоздкий. Ярик, ходи дальше, не стесняйся. Сейчас приготовились прыгать 9 раз. А, и так поехали. Раз, два, глубже присед. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бежим дальше. Не делайте 10. Возможно. Только вы выпрыгиваете. Да. Коленки, коленки. Не топаем, на носочках. Толкаем, толкаем стену. Сейчас руки твои. Да куда деваться, все же толкают. Стенку, что ли? Да. Как, мы ее все равно не передвинем. Может быть, получится передвинуть. Получится рисунок уплотнить. Бежим, бежим, бежим. Ты не дышишь, потому что... Надо дышать, да. Неправильно дышишь. Вдох, выдох.